Шляпу Пепси закинь тоже пятую на Джихил. Шляпу Пепси в пятую. Подожди, сейчас со шляпой Пепси. Мне надо. Так. О, кубов вагон. Наглая, это чё? Кот? Наглая рожа, так феррал. Мне надо репа делить, блядь, чтобы на два дня нормально. О, вообще, да, надо делить, но просто, блин, вы меня в затруднительное положение поставили. Потому что никто не отмечается, как обычно. Ты сейчас смотри по токенам, блядь, чтобы токены не совпадали, кому что надо. Зорки, смотри, дрищ идет после РТ. А ну все, идем туда. Пару каток. Кто на замене, блядь? Давайте пока к магику собирайтесь. Сейчас посмотрю. Подожди. Оптикс пишет на замену кидать его. Кого, Суза? Оптикс. Оптикс на замену говорит. Ну, нам паладин нужны. У нас два паладина, чем тебе? У нас три паладина. Так, ну, завтра кто пойдет? У нас, а, подожди, по танкам. Расмус, у нас Пирекс танк. У нас танк. Не-не-не, я не танк. Ну, там нужно на одного босса затанчить. Дуат танк. Дуат и Войд. Расмус, Дуат, Войд. Нормально, есть три танка. Так, Оптикс на замену. Ну вот, получается такой рейд. Оптикс, ты завтра будешь? У тебя получится? Два холипала поменяй. З пока что. И порошочек тоже. Не надо два холипала в этом рейд. Ну, тут как бы такой. Чем тебе не нравится два холи паладина? Две части. Потому что следующий, завтра не будет холи пала. Да, кстати, на завтра не будет холи пала. Где логика? Ну, у нас же еще есть холи пал гильдии. Ну, спеллбаунд не факт. А спеллбаунд не будет. Я Корнес, на сутка. Да. Да ладно, это уже по факту можем решить. Завтра холи пал нужно. Сегодня, наверное, давай на сове, а завтра уже тогда на паладине. Тут просто по-другому как бы и правда не получается. Потому что, ну, если завтра ты хотя бы под вопросом, но нам хотя бы под вопросом... Ну, моя кровь станет вашей погибелью. Тикну суман. Кикни тогда, паладин. А кто у тебя пятый хилить будет? Да, нам 5 хилов нет, у нас 4 хила есть. Корнес, неутомимая, шляпа Пепси. Все это вот 4 хила более чем достаточно. Я тебе сейчас плюсану. Тыкайте на сумон быстрее, чтобы было. Ну все, с тебя 4 сферы тогда. Ну. Ну, ты напишешь, я ему передам информацию. Я что-то. Ему говорил еще, да. То ты просил. Все. Да. Сейчас. Там можешь за них. Все, ладно, сейчас будем отрубать флут. Что у нас по сбитию костов Кенроки, Фейб, Дуа, Даме есть 4. Плюс 5 нам нужен. Кто у нас? Валкс. Все, хорошо, его было еще есть. Спасибо за сумму. Так, по танку. Кто у нас будет сейчас танчить? Войд, потанчишь? АДКшники, что? А, ну у нас есть дуат. Дуат, давай, типа, дуат в танка. А ДКшник у нас один ДКшник танчит. А, и Расмус. Расмус, давай ты в этого спекайся. Вместе с дуатом. В два танка здесь пойдем. Че с оптиксом делать? С оптиксом? Оптикс мне ничего не сказал. Давай посижу на замене, а завтра, если получится, подойду. Ну, давай так. Все, вот так оставляем, оптикса тогда убираем, я, ну, ИП мы начислим, если завтра пойдет, соответственно, завтра, ну, без ИП просто за шмотом идет. Ну, то есть доп ИП не будет. Корни сразу сделайте. Корница ФК. Принимай сумат. Ну, это мимо. Ну, не надо вообще каждые 2 минуты делать. Ну, они АФК, если не АФК, зачем их суммонить? Так, ну у нас есть сейчас идеальный 2 хила, как Корнес на карте. Опс. Сейчас только друид и прист, 2 хила всего.
Ок. Как слышал. Каприз. Да, пойду. Ладно, слышал. Нет, каприз. Ну, исполин может ДЦшника спекнуться на трэш хотя бы. Да, и спринц. Спекнись пока в ДЦ. Пошли так, пока побьем, потом спекнешься обратно. А что, три хила мало? Два, у нас два хила сейчас. Троинг вижу. У нас шляпа Пепси и идеальный сейчас. А неутомимый Корнес у нас в АФК. Гарик это сова. Ой, слушай, все, Суза. Полипал есть. Полипал здесь уже. А, есть Корнес. Ну все, тогда не надо. Ну, ладно, спекнулся. Пошли так пока. Все. А, давайте, где у нас Расмус? Метка печенька и Дуат спекнулся. Все, и Дуат микром. Идите, танчите, в череп бьем, сбивает ему косты фейп, в крест сбивает кинроки, а без метки сбивает валк. У тебя права есть и ПВП? Права сейчас этому шаманизму. Шаманизм будет начислять. А. Заберите моба, а моба, который пришел. Бля, сейчас у него метку тыкнул. Так ему лутера надо или что? Да. Трусы в оброс бивай. Сейчас как же у меня лагает. Слушай, может заменить кебаба на дрыща? Потому что кебаб и демон. И во втором рейде не будет демона. Дрыща нельзя, он не полутает. Да, дрыща берите. Да подожди, а кубоб у нас что? Кубоб завтра. Кубоб тоже четвертый кусок нужен. Ну, кубоб завтра сможет. Кубоб до завтра можешь? Он еще в дисконде. А, демон, заебись. Соберите моба. Ну, это... А у нас сейчас два демона? Да, да, да. Литл, Дестрик у тебя есть. Литл. Да, охуенно, Дестрик с хостой, да? Нормально, блядь, что не... Касать 200 хосты на Дестрике, да, заебись. По кайфу. Нормально, блядь. Скоростной Дестрик, не понимаете. Сколько, косарь 200? Тупо сильный, блядь. Направо, пойдемте. Так поменяй дрыща, да? Ну, сейчас, да, дойдем до босса, поменяем, посмотрим. Сюда кубов что-то ответил, потому что может, не может. А череп также забивает фейп, крест, кинроки, без метки валк. А, трусы его в бро сейчас поставлю. Хуй, у меня сейчас криты по 31 тысячи вылетели. Кто у нас там? Блять, кубов это не вспомнят. Вы умрете. Слушай, завтра демона не будет, а какая разница? Давай начнем с этого. Он типа сильно нужен. Контент же тяжелый. Блять, вот этот нет. Сейчас. Мне главное, чтобы ты нервы затреть пошел, остальное все равно. А печенькам сразу пускай плюсы поставят, у кого сейчас три куска есть. Ну, все классы причем. Ну, чтобы хотя бы ориентироваться, кому надо, кому не надо. Туза, это мягко, Абди, Бутер, Бутлик. Там еще есть или нет? Тоже. Здорово, пацаны! Да тут. О, кубов. Че, как дела? Все нормально. Ты, кстати, и рейлишь сегодня, ты знал? Нет. Да блин, игра твоя. Да хули тут рейлить? Вот так было болеть, что ли? Нихуя рейлить. Не было такого, что типа получится, допустим, упадет сейчас на три печеньки на вара, например. Видишь, какой скоростной у людей язык. А одному вару нужно. Тут вообще можно за одну секунду все заносить. Один пизданул, второй пизданул, все, и рылить нехуй. Все, ладно, давайте только не сильно флудить, а то Корнес там обижается, когда мы флудим. Давай Корнес поедет. Просто мы вагоны, а Корнес поезд. Поезд это вар такой был. Смешно. Но он уже не поезд, он уже Никс пиздил босс. Там не удалось раздуплить или там не сумать. Ой, так с ним так делаю. Ты метки пошел ставить? Да, да, да. На черепе поставь. Ой, как хорошо. Расмус в ДД пошел. Так, погодите, а кто будет консультом этот ворочить? Я буду.
Я, получается, наверное, не знаю. А лутом... А, не подожди. Да. Гудлик ворочает концу лутом, сказали. Так. Да что-то не доверяем. У него как-то 5 на 4 получится. В смысле 5 на 4? Я слышал. Поставьте столик. Да, дайте столик. Суза. Все, Литл, готов все, блин. Нерольц, а какой кусок надо? На штаны. Литл, я тебе жезл консула. Невер, а че за мне, на мне за... Суза, дай столик. По меткам. А, метки, соответственно... Ну, мне бить или бегать, что-то я не пойму. Тихо. Смотрим сейчас над своей, на головой у вас метка. Метка — это тот, кто постоит моб, вы ему сбиваете косты. Это именно накид костов. Запомнили, кто где? А печеньки-то нету там. Да, печенька — это танк, это отдельно. Все, надеюсь, все запомнили по своим меткам. Сейчас поубираю их сразу. Здорово, народ. Здорово. Там сборы какие-то, я что-то... Рыба справа от шкафа. Уже все собрали. А, все, ладно, не буду мешать, чистенько. Угу. По кубам говорил? По кубам. 5 плюсов. Кто у нас может на плюсы... Пишите, кто у нас может на кубы встать. Сильно независимая. Я на челик. Давай, Суза крест. Вольт череп. Еще быстрее, ребят. Идеальные трусы будешь. Где у нас идеальные? И сразу говорю, я без блокнота, я не записываю, поэтому сами запоминайте. Еще два плюса, кто может стоять. У меня может пролагать, я могу вас вайпнуть, я это не хочу делать. Кубов в квадрате будешь стоять. Да. Может там войд будет? А, или где войд? Ну, он же танк. Череп. Не, я сова. А, ну окей. Может Расмусу тогда туда просто запихнуть? Хотя ладно, я встану. Да, не заворачивайся. Да, Дуа танчит босса, а Расмус, ты сильный, осилишь луну понажимать? Не стесняешься, не боишься? Расмус, прием. Расмус, тебе не стоит. Да, что? Ты сможешь луну понажимать? Ну же, я не нажимал ни разу, не знаю, что там. Пускай лучше делать тогда сразу. Так, еще раз. Ну там легко. Есть у нас кто-нибудь, кто в себе очень сильно уверен, не задерживаем рейд. Так Гудлик оставь. Гудлик. Я с белорусским, я не получил. Гудлик, неутомимая, давай. Если была бы картошка, Гудлик бы нажал. Нет, ну, если бы я был не из Беларуси. Вот такой расклад по меткам. Все, заходим внутрь. На каком спеке идти? Расмус, ты у нас сейчас в танке. Если мы успеваем заливать мобов, можешь спекаться в ретрика. А босс танчит. А если куб будет картошкой? What? Давай все, без флуда поменьше. А фласки можете выпить алкашные. Вот. Ого. Вот. Да, масло только не забываем выпивать. Босса кто танчит? Два? Босса танчит два. Карнес, что у тебя? Перепивай кубов. Сейчас можно потанчить босса. Что с Карнесом, босс? Релок делаю. А, все, а то я не услышал. Все, и давайте уже поменьше флуда. Это ты Карнес? Да. Последняя РЧ. По танкам Дуа танчит босса. Расмус, ну, с ним трэш. После трэша, соответственно, может шпекаться в ретро, как я сказал. Первых бомжей у нас даст Дами, вторых бомжей у нас даст Дуат. Все, давайте РЧ на пул, последнее. И пуляем. Играем через череп. Все, запускай. Кубок. Первый на пул Рогет зовет, потом я. Я
Косты кидайте, ребят. Пацаны. Бомжей сдайте. Кто у нас там? Дуат, дай бомжей. Первый пирекс. А, ну или пирекс. Кто-нибудь из вас. Косты бейте, ребят, ну что это такое? Вторые бомжей. Гнев небес, паладин. Расмус. Вы умрете. А, гнев небес, Корнес, дай, пожалуйста. Лев, машина. Все, заливайте трэш быстренько. Вы у меня большие умнички. Конечно, если выглядело бы... не очень уверенно. Была бы моя воля, я бы вам лично от себя бы еще по пятихаточке накинул бы. Более. Все, становимся. Ты РЛ-то будешь накинуть. А Бьерн бы сказал вагон. Все, ладно, Расмус, спекайся в ретрика. Кто очень быстро курит, может за 40 секунд пойти покурить. Затяжка. Я себе... Кто быстро какает, может быстро покакать. Это вот так... Ну, типа что такое, да. Если надо мной череп, это значит я опасный, да? Да. Да. Что ты босс? Сегодня ИГ-25 закрыли анубов 130 тысяч ДПС на выходе. Кого? Как так? Это... 4 секунды, готовьтесь, припоты можете пить. Бля, ты чё? О, у меня таймер кубов сбит. Кого сбит? Ну, я скажу. Пятнадцать секунд приготовились, кубы. Пять секунд подошли к кубам. Нажимаем кубы. Хорош. Держим до конца. Прохиливайте. Сузу прохильте. Отпускай, Суза. Отпускай, Суза. Хватит. У нас, наверное, никто не хилит, просто у нас идеально обычно делают. Ну кто-то может перебежать туда, прист один. Да, ничего страшного, нормально. Сузу поднимите только по хп. Вам по факту только танка хили, так что перебегайте. Шляпа Пепси, это... Добрый вечер. Кстати, Суза, тебя восстановили ЕП? Там плюс-минус в чат напиши просто. Нет, не установили. А, после... ну, а ему, кстати, гурдак нужен будет. Да, этот, поставь, пожалуйста, сейчас консу лут на босса. Я ставил уже лут на шамане. Поставь. А, все, хорошо. Сейчас пустой откидывание куплю. Я сегодня ДЦ первый раз хилил. А ДЦ изи вообще. Так, после откидывания на кубы, пацаны, давайте. Готовьте, сейчас не буду, или, скорее всего. Или ди. Каста. Нажимаем. Нажимаем, нажимаем. Супер. Это самое лучшее. Бля, я вылетел же. Ты вылетел? У меня повиснулся. Это кто говорит? Все нормально, ты пока еще на месте. Нет. Не, ну если ты вылетел, ты можешь перезайти на 30%, ты можешь залететь в инст. Так что проверяй. От центра подальше держимся, сейчас уже обвал начнется. 35%, вот я так держу в курсе. Ну, можешь на 30 потолок сыпаться. Да. Вот. 34, 33. Может чисто пануть ДПС, не знаю. Подождем, ребят.
Нормально, нормально, нормально. 18 секунд кубов. Там плюс-минус еще секунд 5. Не, он, ладно. Он сейчас собьется немного таймер. Чего страшного? Подойдите к кубам, ребят, сейчас потолок будет и сразу каст. Почекайте. Главное сбить. Возле кубов стойте. Вы умрете. Готовимся, сейчас, скорее всего, сразу будет. Нормально. Каст. Нажимаем, нажимаем, нажимаем. Короче. Умнички. Вов бронь не успел. Вов бро. Подожди, вов бро попробуй зайти. А, не может зайти, да, вроде? Уже все, да. Он прям под... Нет, она повисла и все. Никто не тыкайте в босса. Когда убьем, назад нажимаете, мышку вообще из рук выпускаем и ждем, пока вов бро зайдет. Тыкайте, мне он нахер не нужен. А, у тебя не нужен? Все. Тыкайте все. Все затыкали босса, чтобы из него лут исчез. Да я зашел даже в инстаграм. Да, зашел? Нифига себе. Одобряю. Чарж, давай с балкона в него. Через РБК, да? Так, ребят, подойдите к кубам. На всякий случай. Сейчас немного не успеваем, может быть. Да, подходите к кубам поближе. Да не успеваю, нормально. Нажимайте. Хорошо. Да, все равно. Я ну, это ты как этот, череду должен. 600 ГП начинайте, кинрот. Охотник, смерти. Этот, стоп. А, восстанови, пожалуйста, Суза, сколько у тебя было там? Что-то 13.76 приора. А, какие у тебя были цифры? ГП и ГП. Да что-то ну, там по скрину посмотри. А я не помню. Скрин? А, скриншот делали? Сейчас посмотрю. Ну да. Ой, так, ИПГП скриншот. Последний 07.10. Что это такое? Блядь, дом хуйню купил. У тебя журнал нет, есть? Нет. Вон он скинул. Да, но что-то похоже на самом деле. Напиши, пожалуйста, ему этот... Кубоб, ты ж можешь, тебе есть донор? На локе нет. На локе нет, а этот, шаманизм. Угу. Так, лутер у нас у кого? У шаманизма. У шаманизма. Тоже. Развлекайся, шаманизм. Да шаманизм. Не, вирус киньте, я просто ГП начинать буду. Ну ладно, давайте мне, значит, этот... А я ж объявление рейду не смогу делать. Ну, вы смотрите, да, что за рейд. Господи, давай сюда, давай сюда. Сейчас все сделаю. Все, давай кубобу, кубоб. Просто секс-машина. Все, остальные давайте полетели в грулу. Спина, пацаны, меткость, крит. Сила. Гулик, а где ты в рекаунте, блядь, ты че? В смысле, нет, я езжу. Шестой там, шестой. А, ну, ниже 5, давайте, ладно, ниже. Сразу по Т4. Бля, повыебывайся, что это, ребята. Дика, маг, чернокнижник. У кого там сколько кусков, говорите? Сейчас сразу пишите количество кусков. Там Суза же забирает. Ну, сейчас по приору посмотрим. Ну, типа, ну, 3 да. Куска и они по приору. Маки Локи в приоре. Так, да это мягко. Ну, далеко. Сузя 2, у него больше приора. Я понял. Сейчас приливает. Сузи начислите ГП, как говорится. Жезл 245, хаст, крит, СПД. Суза, ГЦ с четвертым кусом. Руки, лутай, жезл. На руку? Да. Тенка 73 раз, тенка 73. Я не знаю, сколько у него прибор, приор, там, начисляйте. В каком? Ну, как обычная шмотка, это правильно? Ну, я не помню. Как двуручная. 150, да. Нет, 150? По-моему, да. Блин, Тенка, ты где? В какой группе? Он в... А, он свалил с инста, я понял. Подойдешь ко мне, да, дашь. Он один. Все, свалил, значит, не лутает. Сейчас на груле дашь обмен. Да. А, голова Мактеридона. Это тоже, да, как 150 идет? Зорки, ты не проебал? Кого? Валок. Я припод проебал. Да, я где-то на руке поставил. Просто сумка. Че, вылем начисляем? Дуат. Ну, забирай. Так,
Сейчас я все расскажу. Идеальный. Да. Тоже свалил? Идеальный. Ну, все, свалил, значит, все. Ну, я там разберетесь. А я не могу... А, чародейскую сумку. Ты что, голову-то отдали? А, голова ушла... Валок, по-моему. А, нет, только приору. Кого там? Вайда, да? Угу. Мне просто не показывает. Прошу прощения, Валок, отдайте, пожалуйста, голову Войд Фьюри. Биркс, у тебя 12400. 492. И 5. Расмус, 84. Это за чародейский мешок. Короче, Войду начислите за голову 150. Валок, отдай Войду голову. Жезл 150 Тенко. Нагрудник Т4 Суза. Все. Плащ никто не заролил, распылил нахуй. О, сука. А ноуфспек плащ никому не нужен? Да, кстати. Ноуфспек плащ, сила, меткость, крит. Ну, конечно, такой плащ. Ну, если вы хотите, чтобы из этого портала... А, ну да, понятно. Да. Забайки. Так, по танкам, смотрите, нам сейчас в танке спекается Расмус, у нас с танка спекается Дуат. Пиркс, а ты удалил своего ДКшника танка? Я могу спекнуться, если надо. А, Гарик, давай тогда ты медведя спекнешься, нормально. Смотри, кто у нас сильнее? У нас Войд сильнее или этот? Или Гарик? Войд. Войд сильнее? В медведе, да? У него получше шмот. Нет, я про сов говорю. Сова у меня сильнее. Все, Войд. Войд, прости. Ну хочешь, может, подамажить, я могу потанчить. Мне, в принципе, без разницы. Так, потанч. Идеальный. Давай, давай, потанчи, подамажишь. Троих, да. Чего? Кого? А, сумма идеальная. Сумку я не мог залутать. У меня была такая, этот, у Дуата, короче. Забей. Я 20 слотов на науке за 100 голд. Я могу огненного подержать. Вот, да, так и будем, я сейчас все расскажу. А, Литл, что с тобой? Жезл, кто выиграл? Я еще без рыбы бил. А где рыба? Кидаешь. Есть рыба? Прибавьте рогу, пожалуйста. Есть фоска на хп? Кого людей на шмот кидают? Ребят, кого есть там? Фоска на хп у кого? А, фоска на хп? Не, у меня нет. А хотя ладно, или на сапрот. Я там это на аук выставил, можешь купить. А, нет, сапрот. Да лучше на хп. Да я на сапрот выпью. Так. Литл, что с тобой? Пиши что-нибудь, если не можешь говорить. Может кто на хп достать? Я разговор? Не понимаю, что зачем тебе танчить короля, этого мага, когда ты медведь, ну тебя он сбреет. Да ты троих мобов держишь. Он меня не сбреет. Троих лучше тебе держать. У тебя вот, как в прошлый раз, держи троих. Да не сбреет меня огненный. У нас этот, да не, нормально, поддержит огненного. У нас этот... ну, в принципе, ДК, да. ДК Лока потанчит, Мишка потанчит огненного, а паладин потанчит троих. Да, Волонин. А кто такой Лок, скажите только. Кто такой? Я расскажу, да, конечно. Я тебе даже метки поставлю. Улм. А что там спухнутый? Да, это мягко. Меня... А, Литл, что с тобой? Я тебя в Дискорде вижу. Все, у меня нет подвис. Ну ладно. Давайте чистить трэш. Хорошая сила. Плюс поставьте, кого не хватает, кому присумонить нужно. В чат быстрее плюсуйте. А чё, кому? Сейчас, да это мягко золотал. Зайду. Кто залутал на Лока Т4? Лока. Суза, четвертый кусок. Да. Все. Ебать он сейчас дамажить будет, братья. Да. Давай, Суза, пойдемте, что? Так, один поставьте, если кто-нибудь тыкните, помоги мне, идите, бейте моба. Идите, танчите. Тут вреда нет, он, походу, пошел одевать. Да он уже здесь. Здесь он его ставит? А, ну, Суза, иди, бурстани в трэш, слышь? Сейчас давай, босса будет, потому что надо. Ну, есть. Да какая разница, смотри, что происходит сейчас с ДПС. Давай, Суза, ебашь. Там мега ОЕ должно быть от... Ну где Суза? Давай, пошла жара. 9 тысяч, 10 тысяч. Станете ближе к боссу, если станете ближе к мобам. 12, 13, 14. А это аркан или кто? Ну да, аркан. Причем, видишь, один моб отошел просто. А что у него за бонусы? А у него вспышка теперь чародейская. Да, или как он? Да, она уедает.
А фаеры, а фаеры что у него? Не знаю, фаеры. Хуйня. Короче, аркан был востребован. Ну просто еще нормально. Да, Сурки, успокойся, не можешь себя меня оправдывать, что говно спек сделал себе. Блядь, отходил, у меня чуть малая босса, блядь, не спулила. Поставьте рыбу, пожалуйста. Слышишь, Зорки? А. Как отходил, у меня малая чуть босса не спулила. Ничего себе. Ого. Скоро с тебя рейд ходили. Дайте рыбу. А кто у нас там рыбных дел мастер? Кто в прошлый раз ставил? Я не знаю. Ты что-то второго босса без рыбы. Могу обычно убить. Да зачем обычную? С ГБ возьми. У тебя же банк. Нет, не могу я. Он обычную поешь. Да у кого рыба нормальная есть? Человеческая. Я поставлю. Мы не ярл? Да, но мы поставили уже. Да, а, поставил уже? Шкаф. Поставили. Дживса слева поставил. Пользуйтесь. Ой, то не то поставил, господи, сейчас. Чуть пульт управления худовара не нажал. Сейчас зубы полетели, блядь. Ядерные боеголовки. Понятно. А кого у нас не хватает? Зачем башка вставил? Уже все тут. Ну, просто ходит. Руды ключи не упадут. Ну, блин, сейчас... Да, давай нейбера сомнем. Я здесь, успокойтесь. Так, блин, забыл метки поставить. Что я подвис? Все нормально. Да, блядь, не сумуйте меня. Вы чем больше делаете действий в мой адрес, у меня тем сильнее лагает. Слушай, Гудлик, охуенный трансмог. Короче, Дуат, ты берешь на себя Олма. Это крестик. А вместе с Мишкой танчишь, Мишка у нас берет черепочек. Вы сводите эти два босса, ну, в один фрейм, вот, но танчите, соответственно, разные цели. Будут выходить собаки. Первую собаку у нас танчит Гудлик. Хотя, блядь, давай Гудлик не будет. Кару, давай ты забанишь. Я Гудлику не доверяю. А потом вторую собаку, если вылезет, забанит Кубоб. И все, в целом уже босс должен будет умереть. А дальше... Что еще раз? Да вряд ли вторая прям будет. ДПС. Ну, посмотрим, не важно. А дальше, соответственно, играем в черепочек. Расмус, ты отводишь босса в левую сторону, ты уже танчил, знаешь, где их держать. Вот. А как добьем огненного, забираем в первую очередь Киглера, а потом уже добиваем Луну, потом играем в короля. Все, давайте РЧ на пул. Дуат, ты сразу в Олма накидываешься, я в тебя на пул сдаю, и, соответственно, на Убороге тоже сдаю тебя на пул. Идеальный, Гудлик. Фейп. Там Расмуса держите как. Подожди, а Расмус ты танкуешь, да? Да, танкует, конечно. Да. А что, он короля танкует? Он короля и танкует. Пиздец. Все, все на месте. Дуат, давай, начинай. А, стоп. РЧ на пул такого будет. 3, 2, 1. Пул иди. Ты, блядь, как лагает. Забери, Расмус. Забирай короля большого. Подведи еще. Гер, а, сдали, поймал. Заберите. Мой, молодец. Я промазал. Забаньте собаку. Еще. Забаньте собаку. О, как вам ДПС, пацаны? Мощно. Зорки, где ДПС? Бля, с телефона раздаю Wi-Fi, меня вообще так лагает ужасно. Некомфортно играть. Зорки, получается, сейчас полтора 4-4 будешь говорить, где, блядь, может ДПС. Раки зимуются. Так, забирай... Идите красноязычие на него, пожалуйста, Локи. А что это такое? Ну, больно бьет. Висильно. А, да, я понял. Заберите второго. Дуат, забери на себя кроша. Дуат. А, все, я понял. Давай этого держи, все, не надо ничего делать лишнего. Блин, прослакал все, что мог. Боже, задолбал превращать меня. Все нормально, сейчас уже разберемся с вторым боссом. Ну, я не то выслеживание поставил, вообще молодец. А, что ты с ним делал? Слепым.
Все. А че вы до сих пор короля не отвели? Кто там у нас был? Давай я отведу его. Да, забирай, Гарик, этот. Идите, давайте быстрее, идите сюда. Кто танчит? Дуат, иди сюда, камон. Я думал, ты подойдешь. Понял. Я думал, встал, в эту печеньку поставьте мобов. Дайте Карнесу Иннер. Засведите его, дайте. Не хотят. Блять, издеваюсь. Я, да, внутрь заводите, внутрь. Иди, не бойся, тебя все захилит. Засведите, блин. Ближе, прям туда вот заходи. Пошли, я покажу. Я на... Во, красава. Сейчас опять нас раскидает, умеру. Ничего страшного, никто не умрет, нас сволонит. Снимите превращение, ебаный. А он не снимается. А, в луну свичнулись. Да, тихо, в луну свичнулись. Кливаем сейчас луну. Хоть где-то мой медведь пригодился. А, не подходим, миленький. Куда ты чардж делаешь? Ну хочет он. Ты давай, бессмертный. Не бей. Чардж, ты хотел сделать все-таки тут на схему про чардж быша покинуть тело? Да, он как раз сделал. 4 секунды, 2 секунды, 1. Можете подходить. Гриб захват покинуть тело. Пирекс, ну ты слишком рано подошел, ты. Ну ладно. Ну ты просто этот. У тебя реакция мангуста. Лясу задамажит вообще. Просто мясо. Ну, да. Тенка дамажит нормально. Ты посмотри, нормально, это 4-12% дает. Да. Там, блядь, ШП на третьем месте, это вообще никого не смущает. Какой ШП у нас карм на третьем месте? Исполин на третьем. Блин. Нормально. Исполин на восьмом. А у меня общий? А, у меня общий. А, да. Общий, да, исполин на третьем. Ничего себе. Бля, да исполин машина просто, нахуй, бешеная. Вихрь, отбегите. Разбежались. Кто умрет, тот гомогей. Блять, залейте ману. Ща в кубоба полетит. Затапайся, рак. Да куда, если тапаешься? Да, ну давайте, ребят, ща выберет. О, нормально. Я в эфире бегаю. Ну, блин, я просто забываю нажимать. Я думаю, о чем это ПС они? Мана кончился, Сузу, что ли? Ну да. Не, ну бурно. Ну, бурсовка 4. Куда он побежал? Он идет кому-то ебало бить. Да вот, зачем? Дети он? Не грозайтесь, у нас там дети какие-то ходят. Ага. Твои воины? Нет. Чьи дети, признавайтесь? Опять на Вока. Опа, на, блядь. Кому плечо это за дубинка даже? Это Гудлик. Ну шо, это... ролишь? Гудлик. ГЦ, Гудлик. А кто там? У меня тоже ГЦ с молотом. Боб, у тебя же приор больше. Ну, у него приора больше, но 3-4 и у меня и у него. Вливаюсь в гильдии. Спина, духа. Спасибо за игру, блядь. Так, не души тут. Гудлику ХП, пожалуйста. Так, этот, ладно, все, тихо. Не... Поднимите даме. Даме, слушай, заходи уже в рейд, не надо тут тебя поднимать. Да, ну, давай меч в идеале. Право. А, он меч роль, танчит. Окей. Право, черепочек танчит Дуат, крестик он танчит. Кто у нас инспектнется? Расмус. Да, Расмус. Молот Нару, ролим. Вовбро, 32. Охуеть. Ну, да, офигенно у нас. Вовбро. Пошлите, не спим, остальные. Фу, там... Сколько там? 250, да? Или сколько? Подожди, мой инхенд сейчас нужно смотреть. Сейчас скажу. Я же 400. Так, грул магик в вепа на 400. А, да? Ну да, 400, там 800 должно быть в общем. Зоркий вагон. Нет, не 500, 400. Диспельте. Сядьте на косты этому товарищу. Дуат, поплати, ты покикай косты, там стоишь. Верно, кикиком. Сведите их, что ли, я не знаю. Бля, не почему вы не сводите мобов, ребят?
сделайте что-нибудь. Это не так просто, как кажется. Да, Зорки, прикинь, сейчас еще выпадет на лока токен, а завтра не выпадет. Нихуя. А завтра нихуя не выпадет, блядь, я опять буду хуй сосать. Не, ну если сейчас... За что тогда все токены мои? Я возьму. Ладно, уже радуйтесь то, что два человека в Т4 уже. Это хорошо, это нормально. Уже до 50, уже до 50% был чудовищ давай. Один человек. Не, нам сейчас в Т4 зарядить, у нас 2 урока. Сустрик лутался, и пепл лутался. Гудлика за человека. Я из гильдии ливаю, меня не считаем. Не считаем за человека. А, Гудлик, да, картофель. Гудлик банану пойдет. И к полюшке. Да, я в ЭТНе. А, в Tomorrow Sunday, блядь, за поездом. С ВСПГР, блядь. Гудлик, если это, блядь, ты ливнешь, блядь, тебе пизда, блядь. Я тебя найду в Беларуси. Я убираю, ты я тебя за человека считать, блядь, перестал. В легион. И так меня не считал за человека. Ну, в принципе, да, ничего не изменится. Я же богоподобный. Бог картофеля. От слова бага. От слова боевая единица, говорит. Отряд Лукашенко, блядь. Можно мне прическу вот эту, какой выкашет? С усами, главное. Позбивайте косты, подведи эту громилу сюда. Я без метки сбиваю, но не в эфире. Я череп сбиваю. А, подведи, кто у нас, значит, Гарик, молодец. Ну он все равно. Гарик, сделай с ним, пофикси его. Кого? Я не могу. Я слабый медведь. У меня только хп много. Ну, шаманизм вообще король, все там прерывает. Так, сложные начинаются эти игры. У нас будет танчить мейном Дуат, офом танчит Расмус. На пул сдаем в Расмуса. Ну, первый на пул один я отдаю по ДКшке, роги отдаете в паладина. Далее все на пул отдаем в паладина, их нужно будет сделать 2-3 раза. Вот, чтобы они добавили. Поставь рыбку, пожалуйста. Да. Зорки. Да, Дуат. Просто сегодня у нас нету Донта, поэтому приходится так. Бля, думал, что токи 4, упал, блядь. Потому что сумонят меня... пятнашку, блядь. Справа вам поставили дешевую рыбу. Невер меня сумонете. Поставьте этот волшебную штуку. Телевизор. Главное по шкафам, кто у нас. Кару получается. Это просто... У меня трансмут охуенный, вот босс. Это ты к Неверу, с трансмутом это к Неверу. Он молчит, он ничего не говорит. Подожди, да я просто занят, я напряженный, блядь. Приходится релить, не нравится мне. Че я наплю Неверу, Невера обкупаю. А, сейчас, первые на пул отдаются у нас в Дуата, напоминаю. Дальше мы на пул отдаем в Расмуса. Эти люди нас сидят в первой группе. Между ты собой... Ты сказал, что ты отдаешь один в Расмуса. Ну, да, 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 да. Блядь, короче, еще раз собрались. Раз, два, три. А первые на пулы роги отдают в паладина, я отдаю в ДКшку. Далее отдаем 3 раза на пул в паладина и играем просто по боссу. Агро должно хватить. Кубоб, что там у нас? Чё? Пурикс. Не принимаешь готовность. Не хочу и не буду. Все готовы. Давайте... На счет 2 пьете припоты, я начинаю с 5 счет. 5, 4, 3, 2, 1. Понеслась. Чего как-то танчите, блядь, с двух сторон? В одну точку отверните станьте. Его. Блять, вы впервые танчите его, что ли? Отверните от рейда вдвоем. Остальные ДДшники в мили-зону за спину встали. Ну. Стойте в завале. То у нас у Расмуса как-то много агро получается. Да пусть танчит. Нет, бесспорно. Разницы никакой. Сейчас после этого сдаете Геру, пустим. Нера, давайте. Умрёте. Подождите.
В кого там потом напылил, идиота? Да, в этого, в первого, в... давайте, вы также в этого напуливаете, в паладина, я в этого напулю. С дуата. Да, бро, дайте. Карнесальву, да, дал? Милики, стакнитесь все вовбро в печеньку, чтобы у вас завалы не были со всех сторон. Под левую ногу просто встаньтесь, в одну точку стакнитесь. Вам так просто будет удобнее. Перебежали под правую ногу. Вовбро встаньте, вы урон не будете получать. Кто там у нас? Карн... Босс стоит. Вы умрете. Мильки под правую ногу. Стакайтесь. Умрете. Че у нас там Абди не набирает игру? Ну, вовбро, дайте салю. Вот он сейчас там 0.5%, ну, 4%. На пулы обновите. По Расмусу. Ой, вот, да. Я сейчас еще один, два на пулы подряд дам. По Расмусу нормально. А хрипатому что надо, гурдак? Да. Он говорил, что хотелось бы. Ну, у нас против завтра нет особо претендентов на грудак. Или есть на грудак именно? Не, не надо. Мне плечи или что надо? Алина на грудак, Алина. Нам прилететь именно заряди ДДшников, которые очень сильно бурстят. Но ДК не особо бурстятся, Т4. Не, так если припад и танк, то ему приводит. Алина бы. Не танчит. Ну, типа, он изредка прямо в танком идет и все. Ой, блядь. Осторожненько. Ребят, Алина, если вы танкнетесь в одну метку, я вам специально поставил, то вы не будете везде разрывать эти странные лужи. Я же, блядь, о вас забочусь. Чего вы такие душные? Спасибо, Владимир Владимирович. Год был тяжелый. Мы справимся, нормально. Ну вот, да, я хуй знаю. Заебался аниматой, мразь. Ты бабу, жми бабу, лекарство. Лока нет, баб. Молодцы. Ну давай, опять на локом, можно? Он жрец. О, меч гудок. Блядь, пацаны, дайте по-братски меч кто-нибудь. Войт, ну это просто. Воин, жрец, друид. Приоритет, естественно, 3-4. А, поставьте, пожалуйста, портал. Да. У вас там у обоих по два куска? У Войда три куска. Волшебники колдунские есть у нас? Вот, а тебя на кого? На Совуха, да? Угу. Да, они... А, 4-4. Вон, поставили справа портал, кто хочет, заходите. Да нихуя себе у нас лутаются, окей. Типа, блядь. Выпало три токена, и все три добили Войд, Т4, блядь. Дайте ГП Войду, пожалуйста. Войда 4? ХЦ Войд. Спасибо. Пацаны, дайте этот, ебать, меч, по-брат. Ты выиграешь. Куда ты идешь?
Кубо, пожалуйста, по-братски. Ты 4 залутал. Поэтому. Да, у меня шмот, блядь, пушка, дерьмо. А ну, покажи. Меня. Ты быстрее чарку на посохе. Где голову сдавать смог? А что у тебя за оффхенд? В этой... У меня левая рука есть, 232. В этом, где полуостров, там... Так, брат, ну, несправедливо, несправедливо. Ты что? Тихо, подождите, кому мы отдали? А, Войд, Фьюри, четвертый кусок отдал. Четвертый, подожди. Меч, ГП Кубобу. Да гудлик не души. Дай меч. Иди, дамаж 4-4. Так ты все равно в статике ВВК 10, ты выбьешь, а у меня нету статики ВВК. В смысле, ты с нами ходишь? Я нихуя не получаю. А че ты не ходишь с нами? Так потому что меня не взяли с вами, алё. Так тебя не было, блядь. Мы из говной палок собрали. Мы из говной палок собрали ИВК. Я тебе говорю, в одном кару, в другом дрыщ. Что в одном кару, в другом дрыщ? Так, кстати, а в ИВК здесь пойдет сегодня кто? После... Нет. Вообще-то и ИВК здесь. Возьмем бы с этого, Боб. Ёбаный рот. Слышишь, так а ты теперь... Тебя дрыщ заберет у тебя токен. Ну? Пошути. Так у тебя и так пушка есть 245-й. А ну, погоди. Пиздец. Не, давай, окей, согласен. Вот, это мне... другой разговор. Нет, подожди. У нас да, четыре, гудлик месяц. Второй, да. Иди сюда. У тебя, ебать, меч нахуй, ебаный. Ебать, блядь. Шаманизм, будьте добры. Ты... По-братски красиво. Все. Я отказался, окей, ладно. Пирекс, брат, да скоро не будешь, все нормально. Эти кольчужные ботинки хуевые никому не нужны. Это какие, подожди. Суси хуевые, это же бис на вара. Понял. Чуть не поперхнулся пивом. Пивом. Гудликовским? Которые просили подержать. Просили подержать, да. Так, у нас... Слушайте, давайте ИК летим. Подожди, у нас... Дайте 4 сферки тогда, дайте, блядь. Так, ты вот это... Что ты там хочешь? Ну, пиздец. 4 сферки. У вас десятка стоит, заходите внутрь, все нормально, ставьте здесь шкаф, и все, у нас локи есть. Я вижу Кару. Кару, делай по красоте. А ты занимался? Тише, по сферам... Тихо, по сферам, сразу говорю. Сферы сейчас сваливаются в гильдбан. Да, да, в ГБ. Приходит Донт, и вы с Донтом решаете, потому что ни списков, ничего у нас нету. Мы даже не будем в этом... Так, давайте быстренько суммоним каждую свою пати, ребят. Довольный? Да охуеть просто, я в шоке. Все, одеваем вара теперь. Ебать. Понятно. В ВВК ты-то придешь? Да, конечно. Там, блядь, ноль боссов убиваем. На этом КД мы сейчас, если мы еще хорошо во второй пачке зарядим людей, тогда в целом на этом КД уже проходимо будет. Ну, там дрыща зарядим, здорово, блядь. Нам главное этот, просто есть... Фу, господи, Вовбро, что тебе с трансмогом? Убери вот эту... Ребята, кто может сделать на штаны сапфировые, или как она там, нить на РДДшника? Давай я потом. С выносливостью могу сделать. Как раз карьер будет тебе. Тебе топовая нужна там, да? Ну да, которая там, да. Блин. А кто чарку может на меч сделать? Тенка может. С собой может теги взять, только быстро. Тенка, что там надо, Линка? Кубоб показывает. Ну я только такую могу. Ну, у меня на выносливость как раз карагер будет, может там выносливость нужна. Это топовая, да? Сами понимаете. Да, это две топовых, там тебе исполин там... линканул и кубоб. Ну там типа она есть и на дух, но дух в сове не особо, так лучше выносливость здесь. Я вам говорю, сейчас карагер выйдет, в которой вы охуеете. Бля, помнишь, ты видел, Рома 30 спустила. Вам там 1030 хп нужно будет минимум на ласте. А, Гарик, на арго. А? Что? Арго пишешь, как? Идеально арго пишешь. Ой-ой-ой, извиняюсь. Я так полагаю, у меня такой вопрос, а где в Тралмаре сдавать эту хуйню? У меня показывает, где альянсовский лагерь, я там сдам вообще? Да. Кого ты? Да. Ты кто? Ренегат? Да, Ренегат. На острове у себя сделай. На каком? В бухте торговцев. Да и холмы. Да. А ну там этот, ищу, который делики делает. Сейчас. Давайте, досамонимаем людей. Все, ребят, давайте этот меньше флуда.
РЧ на присутствие, кто здесь, кто не здесь. Невер, посмотри мой охуевший транс. Нет, Пирекс, не курим 2 минуты, быстренько сейчас пройдем, покурим на это, перед ластом, когда они там базарить будут. Так, кого еще не присуммонили? Вот. Да это мягко, а ты в этом, в демоне или в Африке? А, в демоне вижу. В Африке. Ля, смотри, там, да, это мягко, там и посох, и жезл. Да где ты оделся, ад? А шо Гудлик четвертый кусок? Так, на ГП моё посмотри. У него админ. Ну да. Я просто Войт, что он или психанул? Гудлик, а что ты четвертый кусок не оделся? Сейчас я не хочу. Топнуть, сомните флут, пожалуйста. Войт, что там у тебя? Лица позорится просто. Войт, ну давай, если нет ничего. Делаешь чарку, это сейчас абсолютно не критично, честно. Спасибо большое. Еще раз, совершенно присутствие, кто здесь, кто не здесь. Никто не умирал, у нас рыба все есть, у всех должно быть. Дуат, Бутер, Войд. Так, танчит у нас также Дуат, Расмус. Дуат, давай первый. Хотя, Войд, Расмус. Ну, что такое у тебя там? Подождите секунду. Войд, что у тебя? Сейчас я релогнусь. Гудлик. Давай, покажи, как ты будешь ВВК дамажить. Где четвертый высот? Так я ВВК покажу тебе. У меня нету на него чарку. И где кусок? Где кусок, блядь? Что за нахуй? Нахуй ему отдали, блядь. Ну, подали. Тихо. Кулак обновить. Успокоились, все хорошо. Что-то сразу все сделал. Он был готов к этому. У нас время просто, ну, типа, не кайф сейчас людей задерживать, чтобы вы там черечались, пока все остальные ждут. Извиняюсь. Во-во. Бутер, тыкни мне, пожалуйста. А, все, Гарик, так нормально. Кубоб, как тебе трансмут мой? Сейчас вот появляется, РЧ даю, чтобы все приняли, и того, что запуляем. Босса ставим на центре первого. По жителям. По змеям. Дуат, танчишь, которая торчит. Расмус, отводишь под щит деревянный с левой стороны. Который без обозначения, там будет альянсский. Отводишь туда огненного. Я тебе метку сейчас поставлю. Квадрат поставил. Ну чё там, Войд такое у тебя, ну? Войд. Да, конечно, блядь, я гайд еще буду читать. Первый раз на вот. Тыкните еще один шкаф. Войд, ну блядь, ну типа серьезно, камон, не задерживай сейчас с токеном. Ну, это, ну, не принципиальная сейчас штука абсолютно. Тебя 24 человека ждут. Все, все тут. Воткните еще кто-нибудь, пожалуйста. Все, есть. РЧ на готовность последняя у нас происходит на пул. Бутер. Все, все готовы, запускаю. Расмус, понял, когда выползет, и вот... Да-да, я понял. Все, хорошо. Вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания... А первый кто танчит? Первый танчит у нас Дуат. По этим, по змеям, торчащий Дуат. Ну, естественно, ползающий Расмус отводит. Да, блядь, новые модельки дерева мне, ну, как бы, оно в целом неплохо, но мне не нравится, что они вот эти цвета года добавили. Типа, если так бы это было от расцветки, типа, волос твоих, типа, окей. Типа, ну, выбирай какой-то сегодня. Ладно, все, давайте, посерьезней. 3, 2, 1. Поставьте его в центр, пожалуйста. РДДшники наберите, даже ничего, чтобы у вас не этот сало не вешало. Бобов под жопу подводим, сразу на кого вешается. Сноубольд вылез, сейчас полетит. Под босса. Можешь забирать. Хуёво этой лужи рендж, блин.
в бро накрутил, блядь. А кто может после рейда рассказать на Африке играть 4-4? Я могу, там ничего сложного. У тебя семка в АОЕ взрывается, кидает порчу. Потом про это расскажешь. Ротейшн, надо мне рассказать. А, ну нет. Давайте потом про ротейшн обоговорите. Извини. Из огня выходим. Играем в того, который больше КП, который сейчас добьем босса, играем в Соболя, который с больше КП. А второй уже умер. Подведите под босса. Метку поставил у него. Пизду. Все, раз мы забираем, отводи. Отводи. Дота на пул сдали, играем под босс. Геру вставай. Расмус, дальше отведи, пожалуйста. Еще веди, еще, не останавливайся прям. Ты можешь убить. Все, нормально. А лужа, да, развелась. Ладно, забав как-нибудь снять. Подведи, Расмус, разморозь людей. Подбеги к ним. Все, я отворачиваю, назад иди. Отворачивай, быстрее. Все, молодец. С дебафом к танку подбежали, к черепу. Череп, иди быстрее в рейд. Танка, раздебафьте кто-нибудь. Хоть кто-то. Быстрее забираю только моба. Я на себя забрал в детере. Отвернув от рейда, вот сюда, на мою сторону, перейди, забери. Ну, да. Поднимите, наверное, по хп. Милики, идите уже, свечитесь в другую. Ренджумер с собой РДД держим. Мастер Аур на огонь готовьте, если что. Корнес готов под сокру. Корнес уиннер, дайте кто-нибудь. Неутомимо, кастаним этот гимн на хп. О, гимнула, нама. Все, вижу. Влад, мне забирать или ты возьмешь? Да как хочешь. Заберите моба. Стакаемся с правой стороны. Ставлю вам здесь метку крест. После убийства босса. Лужу под моба. Отведи быстрее, отводи. Все, перешли в крыта, и здесь стоим. На пул дуата дайте. Как бы хэмп закрывать, конечно. Ну, там, кстати, на змейках ДПС до 11 места 9-ку. Не, ну на. О, это херово. Ну всех замазали. Ну ладно. Ничего страшного. Отбежали черепка влево-вправо. Пиздец. За петами своими следите. А блоковского ударил импа. Мы вообще тохлые. Вы просто нажимаете Ctrl-0, либо нажимаете через кнопочкой мышки бездействия, чтобы он бежал за вами. Чтобы Ctrl-0 нажать, нужно хуеть, блядь. Блять. Хуй знает, ну, либо так, либо так. Готовьтесь отбегать, смотрите внимательно, петов своих на бездействие нажмите. Право-влево отбежали с черепка. Поздравляю, ничего не врезалось. Бурсты, наверное, не отдавайте, потому что сейчас будет следующий босс. Им понадобится. А может отдайте? Да нахуй! Наоборот, надо отдать. Да. Ооо, да есть такой.
от шаманизма влево-вправо. Колонна, не упритесь только. Будет смешно. Я же говорю, на этом на чудовищах под конец Локи все равно всех обрубили. Нормально, не заходи пока никуда. Добьем. Все, ладно, никто не лутайте босса. Как добьем. Ой, блядь, как-то дерьмово мы так проседаем, ребят. Ебать. Ну там влево-вправо расходиться. Смотрите внимательно на пометку. А, на мне. Но на мне было вообще. Не трогайте босса, не тыкайте сейчас по нему, назад отбегайте сразу все. Понятно. Ну вот это. Я даже без Локина на первом месте. Ну, ну ладно. Блин, зашел. Пирекс. Дали по убийству. Что происходит? Давайте, мутиковский кинжал. Очень. Ну, не мутиковский, но вы поняли. Ханту, может быть, какому-нибудь. Да это говно. Да, кинжал. Щит. Умник у нас. Щит. Да. Че там, Расмус? Не, я не буду. У меня уже ретрика скоро выпиздят с гильдии. Вообще не одет. Дальше. Давай, следующее. Кольчуга. Вот это, ну, такое, нет, хуйня. Ну, если мало ли, может, кому-то нужно. Гудлик на успех. Может быть, гудлик на успех. СПД, нет? Сфера себе пока закидывай в карман. Трофеи, я не знаю, все уже полутали? Трофеи, трофеи.